Не семейный конфликт, а криминальная драма. В Анапе женщина заказала убийство бывшего мужа своему брату. Сильные стороны бумаги в Новороссийске по поддельным документам украли земли почти на 80 миллионов. Просил товары с дальней полки и распускал руки. В Сочи поймали охотника на кассовые аппараты. Здравствуйте, в эфире 9 канала программа «Что случилось?» В студии Николай Филаткин. И прямо сейчас о происшествиях на территории нашего региона. Полиции удалось раскрыть еще одну банду в Кучевском районе, сообщает Главное управление МВД по Краснодарскому краю. Участники группировки зарабатывали на жизнь кражами и разбоем. Причем действовали не только в Кучевской. Злоумышленники взламывали квартиры и забирали все ценное – бытовую технику, золото, деньги. На счету банды 12 разбойных нападений и полдюжины краж. За несколько лет криминальной деятельности участники группировки отобрали у населения Краснодарского края и Ростовской области в общей сложности больше 3 миллионов рублей. Один из подозреваемых уже дает признательные показания, остальных участников группировки сейчас разыскивают. Краснодарцы заплатили более 6 миллионов рублей за недостроенные объекты электроснабжения. Нестыковки в финансовых отчетах компании НЭСК «Электросети» выявила краевая прокуратура. По документам, новые подстанции и трансформаторы построены и функционируют, но оказалось, что более 20 объектов недостроили. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Организация предоставляла отчетные данные, согласно которым все объекты построены, но, тем не менее, когда мы выехали на место, было установлено, что ряд работ недоделаны, подстанции не подключены. Генеральный директор компании НЭСК «Электросети» рассказал нашему телеканалу, финансовые махинации – дело рук бывшего руководства. В сентябре прошлого года при смене руководства компании был проведен анализ инвестиционной программы 2010 года. И по итогам стало понятно, что не вся физика, физобъем инвестпрограмм выполнен в полном объеме. Собственно, нами и были инициированы заявления по бывшим руководителям компании. Кто именно присвоил себе эти деньги, разбираются следователи, а суд уже постановил, что компания НЭСК «Электросети» должна закончить работы на всех заявленных объектах. Не доглядела. Жительница Сочи убедилась в том, что даже продавцу на работе нельзя терять бдительность ни на минуту. Женщина стала жертвой грабителя. По словам полицейских, мужчина зашел в магазин продовольственных товаров под видом покупателя. Долго разглядывал прилавки и изучал их содержимое, а затем попросил товар с самой дальней полки. Пока продавец отвлекся, пытаясь обслужить посетителя, тот забрал из кассового аппарата деньги и убежал. Обогатился злоумышленник на 12 тысяч рублей. Женщина вызвала полицейских, которым она точно описала его. Через несколько часов мужчину задержали. Оказалось, что он уже имел проблемы с законом и был судим за кражи и грабежи. Теперь стражи порядка завели на него новое уголовное дело. По мнению полицейских, задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям. Поэтому тех, кто стал жертвой или свидетелем преступления, совершенного этим человеком, стражи порядка просят позвонить по телефонам, указанным на экране. Сегодня краснодарским пожарным пришлось спасать здание «Кубань хлебопродуктов». В помещении разбушевался огонь, который успел охватить около 50 квадратных метров. Чтобы транспорт и пешеходы не мешали работе спасателей, перекрыли улицу Карасунскую. Пожарные озвучили предварительную версию возгорания в подсобном помещении офиса «Кубань хлебопродукта». Причина пожара, предположительно, короткое замыкание электропроводки, но будет еще устанавливаться. Собственник здания устанавливается, здание сдавалось в аренду. Жертв среди сотрудников нет. Людей из задымленного здания эвакуировала полиция. Силами трех пожарных расчетов огонь удалось быстро локализовать, а через 3 часа потушить. В Апшеронске полицейские нашли краденый автомобиль. Вот только вернуть его владельцу не получилось. Воры разобрали машину и оставили от нее лишь ненужные детали. Двое молодых людей угнали автомобиль, отбуксировали его во двор к одному из подозреваемых и демонтировали. Часть деталей парни даже успели продать. На следующий день после покушения на машину на одной из городских улиц молодые люди заметили скутер. Из коммерческих целей угнали и его. Парни собирались перекрасить и продать мопед. Но не успели, вмешалась полиция. На криминальных автомехаников завели уголовные дела. Молодые люди могут отправиться за решетку на 5 лет. Мошенники обокрали администрацию Новороссийска на 70 миллионов рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности завершили расследование уголовного дела о хищении земли.
В Южной Азереевке один из подозреваемых присмотрел больше 30 заброшенных участков. Подделал постановление администрации Новороссийска, согласно которому эти земли якобы выделены ему. Направил документы в Росреестр и зарегистрировал право собственности. Подготавливались фиктивные документы, договора купли-продажи, свидетельства. И эти документы предоставлялись в администрацию. Данные документы, соответственно, были фиктивными. На основании этих документов они приобретали право собственности. С целью дальнейшего придания правоверного вида они перепродавали третьим лицам и уже в дальнейшем перепродавались еще далее. По этим делам уже вынесли обвинительные заключения и передали их в суд. За мошенническую операцию фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Следователям Анапы приходится распутывать клубок семейной драмы. По словам сыщиков, женщина заказала убийство своего бывшего мужа. В роли киллера ее родной брат. Чтобы добраться до места преступления, человек приехал за 1500 километров из другого региона. Все подробности у Инны Волковой. Здесь, на высоком берегу Анапы, состоялось ночное рандеву бывших супругов. Но это была далеко не романтическая встреча. Пара прогулялась вдоль волн и поднялась вот по этой лестнице. Но на полпути женщина остановилась, потому что знала, дальше идти не нужно. Она проводила взглядом бывшего возлюбленного навстречу смерти. По версии следствия, наверху лестницы мужчину поджидал брат экс-супруги. Он накинулся на жертву, завязалась борьба. Нападавший больше 20 раз ударил мужчину ножом. На месте преступления до сих пор видны следы крови. Пока бывшего мужа убивали, женщина наблюдала за схваткой со стороны, но даже не попыталась ее остановить. Более того, она помогла своему брату избавиться от тела. Его погрузили в багажник машины и собрались вывезти за город. Но автомобиль с мертвым грузом родственники бросили по пути недалеко от очистных сооружений. Мы смотрим только свою территорию, до первых деревьев, где наша санитарная зона. Она стояла по ту сторону. Белая машина красивая, новая, простояла несколько, трое суток она, четверг, пятница, в субботу мы, в общем-то, уже вызвали. До пункта назначения злоумышленники не добрались из-за спущенного колеса. По дороге оно лопнуло, и машину подельники бросили, оставив тем самым четкий след, который и привел к убийцам. Повсюду, на кузове и в салоне, криминалисты нашли массу отпечатков пальцев, которые принадлежали криминальной паре. Все улики уже в уголовном деле. Следователи предполагают, что причиной убийства стали постоянные ссоры бывших супругов. Конфликты преследовали семью до и после развода. После уже развода гражданин все равно высказывал ей посредством сотовой связи фразы о том, что она была нехорошей супругой, так как она плохо воспитывала детей. Она не обеспечивала семью должным образом, развалила брак и ушла. Сыщики уверены, женщина заказала мужа собственному брату. Родственник приехал за 1500 километров специально, чтобы убить, а затем сразу вернулся домой. Мужчину задержали в Нижегородской области. Второго подозреваемого буквально на днях из Нижнего Новгорода этапировали в Анапу. Теперь брат и сестра – фигуранты уголовного дела. Они находятся под стражей. Родственникам уже предъявили обвинение в убийстве. Им грозит длительный уголовный срок. Инна Волкова, Влад Захаров, 9 канал, Анапа. В программе «Что случилось?» мы показываем то, с чем приходится бороться российским силовикам. Теперь у вас есть возможность познакомиться с работой их зарубежных коллег из Федерального бюро расследований. В эти выходные на 9 канале стартует показ 6 сезона сериала «Мыслить как преступник». Эти серии еще не выходили в эфир на территории России. Фильм озвучен специально по заказу 9 канала. На экранах агенты ФБР появятся в 20:30. Это была программа «Что случилось?» и Николай Филаткин. Увидимся в эфире 9 канала. Всего вам хорошего и до свидания.